что такое комфортный город. Зеленый, красивый, чтоб не было бродячих собак. Поскольку у меня дети, и не один, для меня, конечно, чтобы детские площадки были оборудованы. Чистый город, дружелюбные жители. Где народ живет от души, с радостью живет. А как сделать свой город комфортным для проживания? Национальное телевидение Чувашии выяснит это в новом цикле программ «Комфортный город». Смотрите каждый первый вторник месяца в 20:00. Премьера 4 марта.